В городском округе прошла выставка кошек из приюта. Как помочь бездомным животным, узнала наша съемочная группа. Прийти за новым телефоном, а уйти с питомцем. Такая возможность представилась посетителям торгового центра. Выставка «Возьми меня с собой» уже 3 года находит кошкам новые дома. Обычно пристраивается около 5. Ну, как-то у нас был рекорд, по-моему, 10 у нас один раз пристроилось. Вот. Ну, обычно у нас тут кошек 30. Сегодня просто меньше людей приехало. Пристроилось пока 2 котенка маленьких, и все. У каждой кошки непростая судьба. Многие столкнулись с жестокостью людей. Поэтому волонтеры подбирают надежных хозяев. Стараемся подбирать еще под условия. То есть не просто понравился, отдал. Мы советуем все-таки по характеру, под жилищные условия, да, по темпераменту человека, под какие-то финансовые, там, допустим, возможности. Да. Но в любом случае все животные отдаются по договору и с отслеживанием. В выставке участвуют приюты из Люберец, Балашихи и Ходькова. Большинство из них устроено в квартирах волонтеров. Лиля Гелот содержит несколько питомцев за свой счет. В Люберцах нужен приют, официальный, муниципальный, потому что в Москве они есть, вот в Некрасовке, в Кожухово, а в Люберцах нет. И мы вынуждены кошек подбирать с улицы и пихать себе в квартиры, где и так уже по 20, по 30 кошек. Следующая выставка планируется в январе, но забрать питомцев можно уже сейчас. Обращайтесь в приюты «Котолюб», «Лапушка» и «Лохматые судьбы». И не забывайте, мы в ответе за тех, кого приручили. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.